Здесь представлен шкаф цифровой централизованной защиты. Цифровая защита означает, что мы заводим на наш шкаф, на наш терминал не аналоговые сигналы токов и напряжений, а СВ-потоки. Чтобы протестировать нашу цифровую централизованную защиту, мы используем симулятор РТДС, который в режиме реального времени моделирует энергообъект, подает все токи и напряжения с помощью СВ-потоков. Они попадают на терминал, и затем терминал отрабатывает и посылает с помощью бус-сообщений команды на отключение выключателя. Мы подаем различные режимы. Это и сложные короткие замыкания, развивающиеся, переходящие из одного вида в другой. Тестируем свою защиту в режиме качания, в режиме асинхронного хода, при различных насыщениях трансформаторов тока, в том числе утяжеленные случаи, различные скачки нагрузки, в том числе и встречающиеся при самозапуске двигателей нагрузки на шинах низкого напряжения. Моделирование в режиме реального времени позволяет отследить отклик защиты в энергосистеме, ее влияние на энергосистему, влияние различных отключений и переключений. Мы отслеживаем правильность работы АПВ, УРОВ, АВР. В текущем стенде у нас представлена система АСО, которая также подключена к этой энергосистеме. Все переключения, происходящие и моделируемые, отображаются в системе АСО. Происходит автоматический анализ произошедшего события по зафиксированным с помощью АСО осциллограммам. В этом анализе указывается, насколько правильно, корректно отработала защита, сравнивается ее работа с работой других устройств, установленных на данной энергосистеме. Все это в комплексе позволяет выдать заказчику продукт, который уже отлажен, отработан, настроен так, чтобы работать на конкретном энергообъекте. Какие-то дополнительные постройки и надстройки уже не потребуются, потому что это уже предварительно все протестировано и отработано.